за априори, да, за то, что шея у всех разная, у кого-то короче, у кого-то длинная шея, да, по-всякому будет укладываться, да. Только предупреждайте человека, чтобы он не укладывался сам поудобнее, да, некоторые начинают как-то подравниваться там, да. Прям предупреждайте, поудобнее не ложись, мне сам не мешай, не сопротивляйся, я положу как надо. И вот когда кладем его, да, не за нозы хватаем, не за челюсть там, да, мало какой-то макияж смажем, аккуратненько за затылочную кость и за лоб, да. Довернули. И наша цель положить его на скулу с той стороны, а с этой стороны височная кость будет у нас, как бы показывает, что она качается, да. То есть вот мы кладем на вот эту косточку, да, и вот за счет вот этого движения у нас должно быть качание головы. Мы должны поймать именно вот это вот расслабление. Далее сам прием делается по-всякому. То есть некоторые делают вот накрест руки берут, да. Можно, когда вы научитесь стоять хоть с какой угодно стороны, хоть вот отсюда вот так вот сделать, да. Хоть вот так сделать. Хоть с той стороны стоять, например, я пройду. То есть вот так можно сделать, да? Можно вот так сделать, да? То есть когда вы научитесь, вы поймете, как это делать, да? Но сейчас мы рассмотрим как бы основу из трех составляющих, как тройной удар Брюса Ли. Помните, да, он? Раз удар, два удара, три. Три в одном. Вот у нас получается. Раз, два, три. Вот нарисовано. Раз, два, три. Первое. То есть мы берем, постоянно установили человека, как надо, да, вот по оси нос его находится. Позвоночник шейный развернули примерно по 45 градусов, и за вот эту косточку, затылочную кость получается, да, мы дергаем позвоночник вдоль его, да, декомпрессионная тракция, под 45 градусов получается. Вот смотрите, вот эта косточка убирает, это сосцевидная кость, вот это вот затылочная кость, вот она показана, да, вот за нее, собственно говоря, хватаемся, вот так двумя пальцами, плотно захватились, двумя пальцами. И при этом приеме у нас будет атланта разжатие, атланта оципитальное сочленение, да, и атланта аксиальное сочленение, вот эти чик-чик, два щелчка мы можем услышать, да, у первого и второго позвонка в боковых этих посечных суставах. Вот это наша цель, вот это первое движение. Второе движение, там же пальцы стоят, да, только мы теперь скручиваем голову. Второе это диагонально скручивание, примерно 60 градусов. Скручиваем в эту сторону и в эту сторону убираем премиальный отросток. Вот написано премиальный отросток, да? То есть на натяжение, сейчас я тебе покажу. И третий прием, не отходя от кассы, мы переворачиваем руку чуть-чуть вот сюда, на затылочную кость, и поворачиваем атлант. Вот затылочная кость, ушное отверстие, видите, да? Прямо над ним затылочная кость находится. Вот за нее удобно поворачиваем атлант. Потому что атлант, вот он находится прямо под затылком, горизонтально. Его можно поправить, только повернув вдоль затылка. То есть вот у нас движение получается вдоль, да? Ротация по оси вращения, ось позвоночника имеется в виду, да? То есть здесь, смотрите, обратите внимание, написано именно ротация, не путайте, скручивание второе было, третье это ротация атланта, не 90 градусов, потому что относительно оси получается, да, новой оси, и за височную кость, то есть вместо приложения усилий вот здесь теперь. Теперь внимание, демонстрируем все на живой натуре. Значит, смотрите, положили вот человека, чтобы он плотно укладывается, да, мы подбежали, укладываемся чуть-чуть, подъемнули, чтобы свободу качания почувствовать. Если он плотный такой, да, прям к столу прилипает, можно нам завостись, ой, а каменный отросток его вот высунуть, вы видите, надо выворачиваться немножко. Теперь хватаемся за точную кость, вот, первый прием это на растяжение, раз, второй прием на скручивание, два, и третий прием на ротацию, вот сразу убираем на вот эту косточку, да, и три. Делать достаточно быстро. Раз, два, три. Был, вначале был. Было, да? Был вначале. Ну, сейчас у нас демонстрация, у нас сделать, самоцель хрустнуть. Ну, вот еще раз покажу, давай. Расслабляю себе голову. Не расслабляю. Вот немножко держишь шею, да? Ну, я это просто демонстрирую. Раз, потянули, да? Вот тут щелчок. То есть, смотрите, вот получается у нас остистые отростки идут шейные, да? А вот под вот этим сосцевидным отростком отсюда начинаются боковые отростки шейных позвонков. И вот именно здесь атланта цепитально, атланта аксиально щелчок будет. Потом ротация. Ну, вообще за счет вот этой, верно, скучной, за счет этого скучной, вообще можно все пропустить, аж до четвертого грудного позвонка. И один атлант. Чик. Запомнили? А теперь мы все повторим уже на туре. Если вы не с нами, то зря вы уже много пропустили. Приходите к нам, пока вы поставите лайки, мы не продолжим. Мы, да, будем подтверждать нормально. Была живой. Да, это безопасно, потому что идет с растяжением. Всегда у нас все приемы были губно с декомпрессией. Поэтому это безопасно, навредить практически невозможно человеку, если он только там сам как-то не зажмется, да, но вы должны перед этим, естественно, размять. То есть мы не делаем на холодную, делаем как бы на разогретую шейку, да, на расслабленную, сначала берем спазм, а потом производим мобилизационные приемы. Раз, два, три. Раз, два, три. Тройной удар Гудвина. До новых встреч, друзья.